Мартин, лезь внутрь, заберешь все документы, вырубишь связь, потом встретимся. Мы с сержантом Моди поищем Прайса Инграма. Фланг! Обойти из шланга! Ihr stinkt alle bis zum Himmel! Überprüfen Sie die Waffen! Sie dürfen nicht mehr... Da ist der Feind!
Неплохо! Ладно, ребята, будем двигаться дальше! Не останавливайтесь. Прайс и Инграм за этими дверьми. Отойдите, мы взорвем их! Vorsicht, Granate! Runter, Granate! Ах ты, батюшки, американцы! Ураганный огонь! Малость пошумели, так? Да ладно, ходить я все еще могу. Капитан Прайс, капитан Фоули, где майор Инграм? Они переводят его в лагерь, но волноваться не о чем, я подслушал, куда именно. Ураганный огонь! Малость пошумели, так? Да ладно, ходить я все еще могу. Капитан Прайс, капитан Фоули, где майор Инграм? Они переводят его в лагерь, но волноваться не о чем, я подслушал, куда именно. Капитан Прайс, капитан Фоули, где майор Инграм? Они переводят его в лагерь, но волноваться не о чем, я подслушал, куда именно. Я не вижу грузовика, сэр. Отлично. Помогите капитану Прайсу вылезти из окна, он ранен. Пора собираться, мы уходим. Капитан, что с майором Инграмом? Мы вернемся за ним. Ходите.
Мы готовы таранить ворота, и у нас меньше 10 минут от твоего первого выстрела до завершения операции. Если мы замешкаемся, они пошлют кого-нибудь нам на помощь. Возьми на себя внешнюю охрану и сосредоточься на пулеметных гнездах. Когда ворота упадут, жми внутрь и ищи майора. Встретимся у грузовика. Ладно, надо найти майора, а я останусь здесь и буду охранять. Ладно, надо найти майора, а я останусь здесь и буду охранять.